республиканская акция «Культурная столица». Это такая кочующая акция из города в город. Сегодня город Борисов обладает огромным культурным потенциалом. Город Борисов – один из древнейших городов нашей республики, но город Борисов – и это молодежный город, которому есть что показать, который может чем-то удивить, который имеет возможность провести на самом высоком организационном и творческом уровне множество мероприятий. И из того количества более 80 мероприятий приобщить людей к культурным и духовным составляющим, продемонстрировать свое отношение к сохранению историко-культурного наследия. Ну вот, наверное, этим обусловлен выбор Борисова как культурной столицы.